I'm right now in the countryside of Altai mountain in Siberia. This is the village of Siberia. Can you see? This is a Zil truck. Wow, I never thought that I would actually be somewhere in the countryside of Siberia. This is such wonderful feeling for me. If you are a person who do photography, this is like a dream place. See the water, it is crystal blue, and then you have a grass that is almost like a golden or a yellow color, and there are birds right over there. So Sergey's cousin brother is showing us some beautiful place in the Altai region because he's a local here, and he got his hunter car here. Just see, hunter car on this hill. So you need a really strong car to come into this place. Oh, never came inside a Russian home like this. Другая культура. Другое государство. Культура. Да. И как бы это. На улице. Выходи. Мы люди не гордые. А вот зачем уже? Ты же борщ. Борщ, yes. Да? Он уже пробовал. Борщ. Поезды. О, ну в поезде это так себе, я тебе это. Это там. Ну, там. Пародия на борщ. Yes, yes. Village house борщ good. Да, yes, yes. Дай-ка. Стопочку. Я. Yeah. А, стопочку. Алкоголь. Алкоголь? Алкоголь. А. Чуть-чуть. Маленько. Маленький? What is that? Водка. Водка? А, водка нет. Заработал, да, там? I don't drink alcohol. Ну, мы все поняли, что ты не пьешь, что ты переводишь? Так. Я не пью алкоголь. Yes. Молодец. Совсем-совсем... Коньячок есть домашний, домашний коньячок. Домашний коньяк. Коньяк. То есть домашний виноградный коньяк. I don't drink any form of alcohol. Понятно, все понятно. Дома семья борщ вкусный. Домашний деревенский борщ. Домашний ест. Да. Огурчики вот свои домашние. Yes. Так. Ну, вчера поговорили. Спросил у него про еду, чем они там питаются. Ну, в разных местах в Индии они у них разный рацион. На юге у них сырники. Сырник. О. Это вот сметана, творог, кефир. Кефир. Yeah. Да. Кефир он знает, я ему сегодня не знаю. Very nice. Ешьте. На утилю что? Я успею. Да. У меня вся ночь впереди. Дома. Буду есть. Дома. Ну, свет выключу. Я черный. Да, я чай какой будет? Ти, грин, блэк? Чай, но. Но? Но. Нет. Молоко? Молоко, да. Милк? Молоко, да. Молоко? Да, да. Да, сейчас налью молоко. Я мальчик. Мальчик, маленький мальчик. Little boy. Little boy. Мальчик, пожалуйста. Мальчика. Спасибо. Ешь на здоровье. Я. На здоровье. На здоровье. This is a pure milk from a cow, very healthy cow. You can see their grass are so healthy.
Говорит, что холодное вкусное молоко. Вау. Вкусное? I love this. Да. Вкусное. Очень вкусное. Больше еще поесть, но чая мне не хватит уже, если я борща. Ну, чай не можешь и не пить, да, борща налью. Я чай тоже хочу. Ну, смотри. И борща чай хочу. Дай немножко налить. Ну, маленечко можно. Буквально 2-3 ложечки, чтобы это... Там на даче все надо. Да, они на даче, ну, как бы с нашими родителями, с моими, они вместе картошку сажают там. Ну, и так по очереди на дачку бегают там. Это чиз? Это сыр. Чиз, сыр, да. Сыр, окей. Дагестанский. Very good. Хорошо. Мягкий сыр. Так, давайте я так поставлю. Вот. Ешьте. У нас вот эта вот агрофирма Гудвилл, у них вот они делают. Сметану вот они производят. Специально сыр вот. Так, Серёж, ложка, вот она твоя. А я без сахара. А варенье, мед. Варенье попробуй. Ну сейчас. There were plenty of food. Among all the food, I like this pies. It was a little sweet in taste. The borscht, obviously, you know, borscht is the main dish. Really, thanks to the Russians' hospitality, they are known for. So this is right inside a Russian home, Ruski dom. See their family photos. Это грандфазер. Это? Да, это Алёша, наш младший сын. Это мальчика. Сын. Сан. Великолепская область. Yes. Russian aristocrat. Yes, yes. Russian aristocrat. Грандфазер, грандмазер. Я. Это бабушка с дедушкой. Yes. Хозяина дома. Я. Yeah. Они были русскими дворянами до революции. Окей. So this is the This is the grandmother and grandfather of the house owner. They were Russian noblemen before the revolution. Oh, good, good. So yeah, so they're saying this is the grandmother and the grandfather. Родом из великих лук. Это сын, это дочь. Это внучка. Внучка. А это внук. Внук. Это вот брат с сестрой родные они. Окей. Внук и внучка. О, окей. Grandchild and granddaughter. Окей, grandson, granddaughter. Окей, окей, да. Вот сейчас они вон, вот такие вот большие, вон фотографии. О. Да, вот. О, вау. So they have grown up here, see? So. Григорьевна, она говорила, если вам надо эти билеты на мускомедию, мы через Рому сделаем вам. А нам какая мускомедия? Куда там, да? Что там дома каждый день комедия на работе? Своего, да, хватает. Спасибо за вкусную еду, которую я действительно счастлив сегодня. Спасибо. На здоровье. Приезжайте еще. Ну ладно, спасибо. Очень-очень было вкусно, все прям. Приятно познакомиться прям вообще. Спасибо большое, до свидания. Sometime language may just be a barrier. But it doesn't stop you from connecting with people when your heart is connected with them. I was extremely touched by the genuine love and affection of the babushka, a tradition of great Russian hospitality. All thanks to my friend Sergey and his cousin brother, that I could eat a wonderful meal prepared by a Russian grandmother. It's indeed a dream come true for me. Это old русский car. Жигули. Russian car Жигули. Это. Yes, тоже Жигули. Жигули. Да. Это Япон кар. Япон. А, no, China car. Это Япон кар. Японский машина. Yes. Япон кар.
Toyota Motor Corporation. Toyota Motor Corporation. Я на Россоши выйду так, на Белокуриху, на Россоши. Ага, спасибо большое.